Кажется, один. День добрый. Так, меня нормально сейчас слышно? Не сильно шумно? А, да, все слышно, все хорошо. Супер. Давайте тогда потихоньку будем начинать. Что еще там подключится? Так, нормально видно, слышно, все в порядке, начинаем. А, да, все в порядке. Супер, поехали. Давайте вкратце напомним, что вообще за алгоритмы над графами, что мы хотим делать. Графы это в целом, можем смотреть на них как на какой-то еще один домен. У нас уже были картинки, у нас были тексты, возможно, даже было видео, не помню. И это все какие-то структурированные данные. По сути, мы их в итоге превращаем там в чиселки каким-то сложным образом, и уже потом эти чиселки обрабатываем моделями машинного обучения. Ну, здесь графами, по идее, можем делать то же самое. Ну, вообще здесь есть два подхода. Первый подход — это то, что мы сразу в модель подаем какую-то всю информацию о графовой структуре. То есть у нас есть граф, напомню, граф — это множество вершин и множество ребер, которые соединяют вершины. И мы в целом можем как-то вручную попробовать представить этот граф как какие-то числа, которые модель может рассмотреть. Возможно, для конкретного графа, для конкретной задачи эта структура будет определяться как-то по-своему, и какого-то универсального метода там не будет. Ну и, как правило, такие подходы и являются сотами, потому что они требуют очень много исследований, очень много закапываться в задачу, очень много крутить что-то техническое, но в итоге они дают большую отдачу. Но, как правило, для большего числа задач над графами нам это не сильно нужно. Нам могут быть полезны какие-то универсальные методы, которые просто придумают какое-то правило, как информацию о графах переводить в какие-то числа или векторы. И потом с этими векторами мы уже можем работать классическими методами машинного обучения, там, начиная с какой-нибудь линейной регрессии, заканчивая нейросетками. Этот метод обычно дает не прям идеальное качество, как первый метод, но он полезен тем, что он очень легко реализовывается. Так, меня сейчас все еще слышно, да? То у меня микрофон не зеленый. Да, все слышно. А, супер, спасибо. Ну вот. И мы сейчас будем смотреть только на вторые методы, то есть на то, когда мы графы превращаем как-то в векторы. Потому что, ну, для того, чтобы рассматривать первый метод, нужен отдельный курс. Нужен отдельный курс с кучей задач над графами, которые могут быть интересными, но здесь попробуем рассмотреть просто какое-то one size fits all solution. То есть какое-то решение, которое нам подойдет почти для любой задачи. И здесь еще рассмотрим несколько типов задач, которые у нас могут быть. Сейчас, по-моему, тут у нас были картинки. Нет. Ну ладно. В общем, идея в том, что у нас могут быть два типа задач основных. Это задачи, фокусирующиеся на вершинах, когда у нас есть граф, и мы хотим что-то предсказать про вершины. Ну, например, мы хотим поклассифицировать вершинки там. У нас есть, например, граф каких-то связей в социальной сети, и мы хотим над этим графом попредсказывать, возможно, там какие-то предпочтения конкретного пользователя или какие-то его демографические данные, что-то такое. А бывает такое, что нам полезна информация обо всем графе, а не о конкретных вершинках. Мы также информацию получаем о вершинках, но потом как-то из нее получаем информацию обо всем графе. Ну, это, как правило, полезно в каких-то биоинформатических задачах, в частности, там, при работе с молекулами. Там классификация определенных свойств молекул, возможно, синтез, генерация, то есть каких-то молекул. Там нам уже важно смотреть не на конкретные атомы, а на вообще всю молекулу целиком и информацию о ней. Мы сейчас будем в основном смотреть на задачи над конкретными вершинами. Ну, еще есть два таких подтипа задач. Это есть задачи над ребрами. Ну, например, в социальных сетях нам может быть интересно предсказать, насколько там
нам будет релевантно соединить двух пользователей. И мы там над ребрами будем предсказывать какой-то скор релевантности того, что нам этих двух пользователей нужно соединить. Ну и совсем нишевая еще и задача на подграфах, когда нам нужно что-то предсказывать про какие-то подмножества графов. Вот, ну мы будем работать сейчас в основном с задачами над вершинками, потому что все остальные задачи обычно сводятся именно к ним. Ну, например, там, если у нас есть задача над всем графом, мы можем ее свести к задаче над вершинками, просто там получив информацию о вершинках какую-то и агрегировав ее. Ну, например, взяв просто там среднее по всем вершинам. Как мы будем получать информацию о вершинах? Ну, как я уже говорил, давайте просто сойдем к тому, что мы хотим какую-то модель, которая нам будет по вершине возвращать какой-то вектор из чисел. И дальше мы над этим вектором из чисел уже будем строить наши какие-то классические методы машинного обучения. И давайте посмотрим на первый шаг, на вот это вот создание вектора. В чем идея? Так, давайте на секунду покажу вот эту вот часть. Не сделаю. Вот. В чем идея? Ну, давайте мы будем использовать какой-то метод обучения без учителя. Примерно то же самое, что было в NLP, когда мы там сначала все делали с помощью TF-IDF и всего такого, а тут решили получить какие-то векторные представления слов, и для того, чтобы их получить, мы взяли кучу там данных и получили без учителя. Но здесь у нас куча данных не будет, потому что у графов нет как бы универсального языка, поэтому нам все приходится обучать над одним нашим конкретным графом. Но этого вполне достаточно. Сразу стоит вопрос, а что мы будем учить? Как бы, какую информацию мы можем выдергивать из графа, чтобы над ней обучать какую-то сетку? Ну, здесь предлагается использовать информацию о том, насколько две вершины удалены друг от друга. Это вот функция D по графу, которая принимает две вершинки, и ту, и житую, и выплевывает нам расстояние между ними. Ну, напомню, что расстояние определяется просто минимальным длиной минимального пути из вершины И в вершину G. Далее, что мы делаем? Ну, мы хотим, чтобы это расстояние было как-то отнормировано, поэтому мы здесь применяем экспоненту. Что это нам дает? То, что, например, расстояние между вершиной и ну, вернее, это не расстояние здесь будем, а будем смотреть на это как на функцию близости. То есть наоборот, это расстояние. Чем она больше, тем вершины более близкие. Чем меньше, тем вершины менее близкие. И, например, здесь в крайнем случае, когда у нас вершина и недосягаемая из вершины G, или наоборот, то мы считаем, что расстояние между ними просто плюс бесконечность. А если мы поставим плюс бесконечность вот сюда, то в пределе получим 0. И кажется, это то, что нам и хочется. То есть, если две вершины недосягаемы, то похожесть между ними нолик. Иначе же, если вершины находятся на... Ну, если мы вкидываем сюда вершину и саму себя, то у нас вот здесь вот будет 0, в степени экспонента будет 0, и расстояние будет единица. Вот, что нам это дает? Ну, вот здесь вот 0 нам говорит о том, что вершина похожа на саму себя максимально. Если расстояние плюс бесконечность, то эти вершины совсем не похожи на друг на друга. И все, что между этим, оно тут раскидано вот по этой экспоненте между нулем и единицей. Ну, мы можем еще добавить гиперпараметр tau, который нам будет отвечать за то, насколько у нас жесткая будет эта экспонента. Ну, так. Давайте я попробую найти что-нибудь интересное. Какой-нибудь график, чтобы показать эту экспоненту. По температуре. Нет. Он мне только газы скидывает. Ну ладно. В общем, в чем идея tau? Чем tau больше, тем у нас экспонента менее агрессивная. Если мы хотим, чтобы, ну,
У нас может быть такое, то, что разница между двойкой и тройкой, между вершинами с расстоянием 2 и 3, будет больше, чем разница, ну, вернее, будет меньше, чем разница между вершинами с расстоянием 1 и 2. И насколько эта разница будет больше или меньше, у нас будет регулировать тау. Вот. По идее представлений все понятно, что мы хотим обучать. Что это за функция, откуда берется и что нам говорит. Да, все понятно. Супер. Так. Ну и что мы хотим от нашей модели? Мы хотим, чтобы она могла по вершине дать какое-то векторное представление, а мы это векторное представление могли использовать, чтобы как-то приблизить вот эту вот функцию близости. То есть, чтобы мы могли понять близость между двумя вершинами не по исходному графу, а только по векторным представлениям вот этих вот двух вершин, которые будут в отрыве от графа и не будут в себя включать информацию о графе в прямом виде. То есть там не будет информации о соседях напрямую, о всех вершинах графа, о расстоянии, а будет просто там несколько чисел. И мы хотим, чтобы мы взяли векторные представления вершины i, векторные представления вершины g, как-то посмотрели на их похожесть, ну, например, там просто через L2 расстояние или там через косинусное расстояние. И сказали, что вот эта штука должна приближать вот эту вот функцию похожести. И если у нас получилось такой сделать энкодер, ну, энкодер это та часть, которая берет вершинку и превращает ее в вектор. Если у нас получилось сделать такой энкодер, который достаточно хорошо сохраняет информацию о вершине графа вот в этом векторе, то когда мы эти векторы будем вот так вот склеивать через косинусное расстояние, то у нас должно быть что-то похожее на вот эту S-ку, на определенную нами функцию похожести. Вот. Ну, у нас здесь структура энкодер-декодер, но декодер у нас не учится, у нас учится только энкодер. То есть вот эта вот матрица, которая, по сути, нам по каждой вершине делает эмбеддинг этой вершины. Это как в NLP мы делали имбеддинги по словам, только тут мы делаем имбеддинги по вершинам. Вот. Это простейшая структура, это простейшая модель, можем такую обучить. Дальше идет сложнее. Ну, что мы здесь учим? Мы здесь учим только имбеддинги. Имбеддинги учим так, чтобы расстояние между похожими, косинусное расстояние между имбеддингами похожих вершинок было большим, косинусное расстояние между имбеддингами непохожих вершинок было маленьким. Все. Что дальше? Дальше посмотрим на модельку Node2Vec. Она не просто так называется, это прямая аллюзия к Word2Vec. Там используется очень похожий принцип. Для начала говорим то, что тут будет использоваться, ну, тот же принцип, энкодер-декодер. У нас есть энкодер, который по вершине возвращает вектор, а декодер принимает на вход две вершины и возвращает, насколько модель считает их похожими. И мы хотим, чтобы вот этот декодер у нас примерно приближал функцию похожести. В чем здесь нюанс? Ну, для декодера здесь тоже просто используются скалярные произведения. Вот. В чем здесь нюанс? Это то, что мы функцию похожести берем не отсюда. Функция похожести — это у нас не экспонента по расстоянию между вершинами. Функцию похожести мы берем из случайного блуждания. То есть мы смотрим, насколько мы, вероятно, придем, ну, чтобы определить похожесть между вершинами и же, мы смотрим, насколько, вероятно, при случайном блуждании мы придем из вершины и в вершину же. Чем это отличается? Ну, давайте представим, что у нас есть какой-то граф. Давайте я попробую быстренько нарисовать. Какой-то граф. У нас вот эта вот центральная вершинка. От нее идут еще две вот через такой хвост. А потом есть еще хвост в эту сторону. И еще две вот такие вот вершины. Что-то вот такое вот. Что-то вот такое. Вот. И мы начинаем, выделю красным, вот отсюда.
и хотим посмотреть на две вершинки. На вот эту вот синюю и на вот эту желтую. Что мы можем про них сказать? Ну, самое простое – это то, что расстояние между ними одинаковое. Расстояние от красной до синей и от красной до желтой – 2. Нам самый короткий путь и в ту будет 2. Но что отличается? То, что в желтую мы попадаем 3 путями. В синюю мы попадаем одним путем. И если мы запускаем случайное блуждание, ну, для простоты будем считать, что запускаем случайное блуждание без возвращений в предыдущую вершину, то в синюю вершину мы попадаем только в 1/4 из всех случайных блужданий длины 2. А в желтую мы попадаем 3 разными путями. Ну, то есть у нас одинаковая вероятность прийти сначала вот в эту вершину, вот в эту вершину, вот в эту вершину и вот в эту вершину. Если мы приходим вот в эти вершины, то в следующую мы приходим в желтую. Если мы приходим вот в эту вершину, то в следующую приходим в синюю. И в таком случае вероятность попасть в желтую будет 3/4. И тогда первая функция, вот эта вот, которая нам говорит просто расстояние, для них будет одинаковая. Ну, похожесть этой функции между красной и синей вершинами будет одинаковой, такой же, как и похожесть между красной и желтой двойкой. То похожесть между красной и желтой, когда мы смотрим на вероятность попасть при случайном блуждании, в желтую будет в 3 раза выше, чем в синюю. Это первый момент, который здесь отличается. В чем проблема? В том, что нам такую штуку нужно посчитать. Для каких-то маленьких графов мы можем это все рассчитать, ну, как вот здесь вот. Но все равно сложновато там с учетом того, что на самом деле вероятность вернуться у нас будет не ноль, у нас всегда будет вероятность сделать шаг назад, и там начинаются какие-то рекуррентные отношения. А когда у нас граф из там миллионов вершин, то ничего такого аналитически мы посчитать уже не сможем. Что нам тогда делать? Можем просто использовать проверенный метод Монте-Карло. Мы определяем какую-то вершину стартовой и запускаем из нее там 1000 случайных блужданий. Определяем у них длину, например, ну, каждое случайное блуждание будет в 10 шагов. И считаем, что то, что мы получили, это примерно соответствует распределению вероятностей. Ну, то есть, примерно как желание оценить возможность выпадение орла на монетке, подкидывая ее 10 раз, и смотря на результаты того, что у нас получилось. Просто за счет закона больших чисел. Вот. И мы хотим обучить такие векторы embedding Z, что когда мы возьмем softmax по вот такой вот штуке, ну, вот по такой штуке, это экспонента в степени скалярного произведения итой и житой вершины. Если мы по ним возьмем softmax, то есть возьмем здесь экспоненту конкретной пары вершин, а в знаменателе сложим экспоненты всех пар вершин, то у нас эта штука должна приближать вот эти вот вероятности. Пу-пу-пу-пу-пу. Вот здесь про то, что мы для реальных данных пешки не читаем. Вот. И теперь про то, как мы обучаем нашу модель. Ну, давайте мы сгенерировали какой-то путь случайно. Там V1, V5, V6, V7, V9, V8, V6, V4, V3. У нас получился вот такой вот путь. Давайте на него посмотрим точно так же, как Word2Vec смотрел на предложение. То есть вместо предложения у нас здесь будет путь, а вместо слов — вершина. И будем обучать точно так же, как Word2Vec. Потому что задачи на самом деле похожи. Там мы хотели векторные представления слов выучить по их соседям. Здесь мы хотим векторные представления вершин обучить тоже, по сути, по их соседям. Но если там у нас были естественные предложения, то здесь у нас просто сгенерированные случайные блуждания. Напомню, что мы там делали. Мы брали окно, размер окна, например, 2, и генерировали все
последовательности вокруг каждой вершинки брали соседей со соответствующим окном. Например, для V1 это будет V1, V5, V6, потому что слева у нее нет соседей. Для V5 это будет V1, V5, V6, V7. Для V6 это будет V1, V5, V6, V7, V9. Для V9 это будет V5, V6, V7, V9, V8. У нас получается, мы сначала наделали кучу таких случайных путей, потом по каждому случайному пути мы генерируем столько вот таких вот множеств соседей, сколько у нас там вершинок было. Затем по каждому окну мы собираем пары. Ну, например, если у нас было вот такое вот окно из 5 вершин, то мы выписываем пары центр окна, не центр окна. Это будут пары V6, V1, V6, V5, V6, V7, V6, V9. И считаем, что это позитивные пары, то есть те, на которых мы должны предсказывать, по сути, единичку. Ну вот, да, основная идея. То, что мы хотим на таких позитивных парах, чтобы наш декодер предсказывал, ну, декодер, который сначала берет вершину, потом ее кодирует в векторное пространство, а потом берет близость между двумя вершинами ну, по скалярному произведению. И мы хотим, чтобы вот такая вот штука у нас была минимальной. Это будет наш функционал. Вот, но здесь проблема еще в этой штуке, в знаменателе софтмакса. То, что если у нас дофига будет вершинок в нашем графе, то такую штуку будет очень сложно считать. Она считается линейной. Поэтому мы здесь делаем тот же трюк, который делали в Вахтовеке, и будем брать не честно считать софтмакс, а делать негативный сэмплинг. То есть случайно брать две вершины, которые не встречались вот в этом окне. Ну, для каждого окна там сгенерируем по несколько негативных пар. Например, здесь видим, что V6 и V1 встречались. Можем нагенерировать V6 и V10, например, как негативную пару, потому что V6 и V10 не находятся по соседству в нашем случайном блуждании. Ну, не находятся в одном окне. Так лучше скажу. Или V6 и V2. Или даже V6 и V4. А, V4 здесь будет. Хотя вот в первом окне у нас V6 и V4 может попасть как негативная пара, а во втором окне V6 и V4 попадется уже как позитивная пара. Ну, это тот же минус, который был и в Вахтовеке. Вот. И таким образом получим вот эту сетку. Ну, просто скимграмм-модель обычную, привычную. И то, что у нас будет, это мера близости с точки зрения случайного блуждания. Но здесь еще пара моментов. Здесь мы можем брать не чисто случайное блуждание, а кое-что поинтереснее. Мы можем взять два гиперпараметра. Назовем их P и Q. Они будут отвечать за то, насколько мы, вероятно, во-первых, вернемся в предыдущую вершину, то есть будем топтаться на месте, ходить туда-сюда. И насколько вероятно мы пойдем в те вершины, которые дальше от текущей. Вернее, которые дальше от центра. Давайте посмотрим на пример. P у нас будет отвечать за то, насколько мы, вероятно, пойдем в предыдущую вершину. Если P большой, то вероятность того, что мы вернемся, будет маленькой. Если P маленький, там около нуля, то вероятность того, что мы пойдем в предыдущую вершину, будет больше, чем вероятность того, что мы пойдем просто произвольную случайную вершину. Если p равен единичке, то вероятность пойти в предыдущую вершину такая же, как и вероятность пойти в любую другую вершину. Вот. А второе это q. Q отвечает за вероятность пойти в вершину, которая дальше текущей от стартовой. Ну, то есть, например, у нас здесь есть, мы в вершине V2, она на расстоянии от стартовой в единицу. У нас есть вершины V3, которые на расстоянии от стартовой в единицу. Вершина V3 для V2 нейтральная, то есть она не предыдущая и на таком же расстоянии. Поэтому мы считаем, что у нее вес единица. А вес у предыдущей вершины 1 разделить на P. То есть чем больше P, тем меньше вероятность того, что мы пойдем в предыдущую вершину.
А вес вершин V4 и V5, которые находятся на расстоянии 2 от предыдущей вершины, от старта вершины, у нас определяется кушкой. Если Q большая, то вес у таких вершин будет меньше, и наше случайное блуждание будет в основном обходить где-то вокруг стартовой вершины. Это будет похоже на такой BFS, то есть обход графа в ширину. А если у нас Q будет наоборот маленьким, там что-то типа, вернее, если Q будет, да, если Q будет маленьким, что-то в районе нуля, то наоборот, мы будем с большей вероятностью уходить вглубь графа и дальше от стартовой вершины. Это будет похоже уже на случайное блуждание, но с обходом графа в глубину, а не в ширину. И эти параметры мы определяем, когда строим сетку. Давайте посмотрим сейчас. Да. Ну, понятно, что итоговую вероятность мы считаем там просто как софтмакс по вот этим весам, которые получаем. В чем плюсы и минусы? Ну, по плюсам, вот эта вот гибкость в плане того, что мы определяем, какие для нас, какая информация для нас важнее, какое случайное блуждание мы задаем, то есть это мы или вертимся вокруг начала, или уходим вглубь и как-то теряем информацию, ну, примерно равномерно распределяем информацию для дальних и ближних вершин. Вот это вот все мы можем сами задавать. Модель довольно простая. Это просто скибграм-модель над какой-то информацией о соседях. Из минусов то, что мы не используем какую-то мета-информацию о вершинах. То есть, если мы там знали бы что-то дополнительное о каждой вершине, например, в социальных сетях какие-то демографические данные о конкретном пользователе, то мы бы их никак не смогли применить. Здесь мы используем только информацию о самом графе и о связях вершин в нем. Ну и, соответственно, здесь проблема в том, что из-за того, что мы не используем никакую информацию о вершинах в отрыве от текущего графа, если у нас появляется новая вершина или как-то граф обновляется, то нам приходится, ну, всю сетку переучать. Мы не сможем по новой вершине сгенерировать вектор, отталкиваясь от уже обученной сетки. Поэтому у нас, ну, и здесь еще может быть очень сильное переобучение из-за того, что общих параметров между вершинами нет. Мы можем слишком сильно переучиться на какую-то конкретную вершину. Вот, давайте сейчас покажу пример того, как он работает. Здесь в Питоне можем его использовать через библиотеку Node2Vec. Это вот этот вот GitHub. Там два разных Node2Vec. Это от Гелиорка. Но, правда, он уже, по-моему, да, он уже лежит, забытый, но все еще работает. Для графа мы будем использовать библиотеку NetworkX. И будем еще использовать TSNE для уменьшения размерности в изоскалерном. На что будем смотреть? Ну, для начала такой игрушечный пример с московским метро. Это жесть какая старая карта, еще с несоединенным линией L1 с шестой веткой, когда фиолетовый заканчивался на Выхино, а зеленый заканчивался на Речном вокзале и обрезочком Варшавской. Но для нас это не сильно критично сейчас, потому что мы будем смотреть только на карту того, что происходит на три кольца. Потому что иначе было бы слишком муторно это все сдавать. Зададим все линии, которые у нас есть с помощью списка, и создадим, ну, это будут у нас вершинки, станции у нас будут вершинами, и зададим ребра между соседними станциями. То есть здесь мы проходимся по линиям и соединяем соседние станции ребрами. Не забываем еще добавить ребро на кольцевой между первой и последней станциями. Плюс у нас еще есть пересадки между станциями, поэтому мы их тоже добавим как ребра. И дальше у нас получился граф. Если у нас здесь что-то интересное. Так, нет, это я проскочил вперед, потому что там другой граф использовали.
Давайте вернемся сюда. Посмотрим на то, какой у нас тут граф. 48 веток. И посмотрим на количество ребер. 66 ребер. Ну и обучим на это NodeVec. Что мы в NodeVec подаем? Мы подаем наш граф. Граф — это объект NetworkX граф. Подаем количество, вернее, размерность векторов, которые мы будем создавать. 8 означает, что у нас по каждой вершине мы будем создавать вектор размерности 8. Нам walks — это сколько мы случайных блужданий будем запускать. Walk length — это длина каждого случайного блуждания. Seed — это просто случайное зерно, которое мы фиксируем. PQ — это то, что я уже говорил, это вот эти вот гиперпараметры. Того, насколько вероятно мы возвращаемся, насколько вероятно мы уходим вглубь. Делаем fit. Так. Использовали ли мы где-то еще NodeVec? Да. Поэтому тут придется переобучить. Ну ладно. Так, давайте покажу, что мы делали сначала. Мы получили в итоге, когда обучили модельку, получили, что у нас для каждой станции мы могли получить свой имбеддинг. Ну, давайте я запущу обучение, оно там быстро должно пройти. Вот. По каждой станции мы получили свой имбеддинг. Ваше сообщение. А, так. Мы получили сначала словарь NodeVec.wv, который мы можем закинуть в любую станцию, ну, например, закинем чистые пруды. И получим вектор чистых прудов. Ну и дальше. Здесь мы используем TSNE, чтобы ужать эти векторы до размерности в 2. То есть, если у нас тут были векторы размерности 8, то после того, как мы применили TSNE, у них будет размерность 2. Делаем мы это только для того, чтобы нарисовать их на двухмерной плоскости. Вот. И рисуем здесь карту метро, которая получилась с помощью TSNE. Получилась какая-то вот такая вот карта. Ну, то есть, что здесь что? Ребрами и вершинками отмечены настоящие ребра вершинки, а вот позиция вершин на графе уже обученная. То есть это то, насколько близко вершины друг к другу и где они находятся в пространстве, это обученная с помощью NodeVec информация. Но вот интересно, что кольцо у нас получилось почти кольцом, только вот здесь вот за исключением вот этой вот вершинки. Ветки у нас довольно стабильно, особенно зеленые, идут через кольцо, как ожидалось. Но вот почему-то желтая ветка выпала из кольца. А, ну потому что у нас здесь, кажется, с чем у нее было пересечение. Да, она почти вся и не была в кольце. Так ведь? А, или это вообще... А, это оранжевая вообще, а не желтая. Так, а почему у нас оранжевая так выпала? Оранжевая, потому что... А не знаю, почему она у нас так выпала. Ну, в общем, почему-то алгоритм не посчитал, что она лежит внутри кольца и близка с остальными вершинками. Что еще можем попробовать сделать? Давайте попробуем, во-первых, посмотреть на вероятности перехода в другие вершины из конкретной, например, из Тверской. Ну, видим, что вероятность большая для Маяковской, которая следующая станция на зеленой ветке, в Белорусскую, которая через одну станцию, в саму же себя. Ну, вот эта вот вероятность очень сильно зависит от нашего параметра P, который отвечает за вероятность вернуться в предыдущую вершину. Чеховская, на которую мы можем перейти с Тверской, ну и какие-то станции в округе. Давайте еще вот что попробуем. Попробуем сразу создать вектор размерности 2. Нарисовать их. То есть они на размерности 2 нам должен вернуть то же самое. Во, размерность 2 вообще не сработала. Так, а если скажем, что размерность 16, будет ли у нас получше? О, ну, когда мы использовали размерность побольше, то у нас информация еще больше сохранилась. И теперь у нас кольцо вполне кольцевое, а радиальные ветки проходят через это кольцо. Ну, только не все
наши радиальные ветки доходят до кольца. Ну, довольно близко. И даже оранжевая ветка внутрь влезла. Давайте еще попробуем 64 размерность поставить. Но тут уже, кажется, будем переобучаться потихоньку. Да. Вот это уже признак переобучения. И, наконец, 32, чтобы понять. Ну да, кажется, оптимальная у нас размерность была 16, когда мы для каждой вершины обучали вектор размерности 16. Вот. Понятно ли примерно, что происходит в Node-веке, как он работает, что создает, как работает там энкодер-декодер, как мы это реализовали здесь? Есть ли какие-то вопросы? Нет вопросов, нет, все понятно. Супер. Давайте тогда двигаться дальше. Дальше уже возьмем задачку чуть-чуть посложнее. Возьмем граф цитирования научных статей. У нас там есть 2708 статей. Вижу. Вот. И так. Первое, что мы будем использовать, это описание каждой статьи в виде слов, которые в ней использовались. Ну, обычный там count vectorizer. Нолик, если соответствующее слово в словаре в статье не встречается, единичка, если соответствующее слово в словаре в статье встречается. Это будет наш первый датасет. А второй датасет будет датасет пар. Датасет пар того, что в первой статье цитируется вторая. И этот датасет пар мы будем использовать для того, чтобы построить граф. Ну, вершина у нас будет статья, и между ними будет ребро, если одна статья цитируется в другой. У нас будет неориентированный граф, мы не будем смотреть на ориентацию цитат для простоты. Вот, то есть у нас каждая статья здесь будет представляться дважды. Первое — это через словарь слов, которые не встречаются. Второе — это через связи цитаты с другими статьями. И мы будем предсказывать для статей, будем пытаться предсказывать для статей их тематику. Здесь у нас, давайте посмотрим, какие есть тематики. Вон там target unique. Нейронные сети, обучение правилам, обучение с подкреплениями, вероятностные методы, теория, генетические алгоритмы и case-based. Базированные кейсы пусть будут, ладно. Вот. Ну, в общем, исследование каких-то отдельных кейсов. Я про такую фичу в коллабе еще не знал. Ну, ладно. Вот. Что мы дальше делаем? Ну, давайте данные разобьем на трейн-тест для формальности наш контент. И в качестве бейзлайна обучим логистическую регрессию. Над вот этими признаками есть слово из словаря в статье или нет. Обучили, посмотрели, что мы учим. Точность на обучающей выборке 98%, ну, доля верных ответов. Доля верных ответов на тестовой всего 75%. Сильно переобучились. Теперь. Теперь давайте попробуем обучить Node2Vec. Создадим граф, добавим в него ребра из нашего датасета цитат. И затем обучим Node2Vec. Вообще с базовыми параметрами и с размерностью 256. То есть по каждой статье на основе того, где она лежит в графе, мы будем обучать вектор размерности 256. Получили. Ну, здесь замечу, что мы обучаем Node2Vec сразу на всем датасете, до разделения на train и test. Ну, потому что мы в Node2Vec не можем работать с новыми вершинами. Для честности эксперимента мы дальше будем работать с разделением на train и test, но для того, чтобы обучить векторные представления, мы используем всю выборку. Вот, и теперь давайте посмотрим на них, train embeds.
Например, это шейп. А, ну вот они. 2031, 256. То есть у нас здесь 2031 статья. Те же, что были и вот здесь вот. Потому что мы здесь фиксируем random state одинаковый. Но здесь вместо векторов наличия слов и словаря в тексте, у нас вектор, который нам сгенерировал alt век на основе нашего графа. И теперь мы будем обучать нашу логистическую регрессию на основе вот этих вот векторов. Обучили, смотрим на долю верных ответов. На обучающей выборке у нас доля верных ответов ниже, 89%, но на тестовой выборке доля верных ответов больше. То есть мы намного меньше переобучились, и в итоге у нас качество получше. Давайте теперь совместим в вот этой вот логистической регрессии информацию из ноут-века и информацию о словарях. То есть конкатенируем вот эти вот имбеддинги и информацию о словарях. Прогоним, получим точность на тесте, ну, долю верных ответов на тесте снова там порядка 97%, а на тесте получаем 87%. То больше, чем вот здесь, и больше, чем вот здесь. Вот. Теперь, давайте поймем, есть ли здесь вопросы по тому, что мы взяли за бейзлайн, что вообще за задача, как мы NoteVec обучили, как мы обучили модельку над NoteVec, и что у нас было за последней моделькой. Все ли понятно? Да, все понятно. Супер. Тогда теперь попробуем обучить Neighborhood Autoencoder. Возьмем обычную нашу функцию похожести, которую мы сначала и рассматривали с расстоянием вершин, и каким-то гиперпараметром, который мы сдаем сразу. Посчитаем попарное расстояние между вершинами графа с помощью там OP shortest path length из network X. У нас получается матрица похожести. Ну и мы создаем вот эту вот матрицу похожести вот этих вот S-ок на основе нашей матрицы расстояния. Вот здесь вот мы ее считаем. Дальше создаем датасет на основе вот этой вот матрицы и обучаем просто модельку, которая сначала берет, ну, по сути, то, что мы здесь делаем, вот эта вот штука, это такой сложный embedding. То есть мы кучу раз применяем энкодер с какими-то там линейными размерностями того, какие мы размерности задали. А потом, когда у нас размерности подходят к концу, мы используем декодер. Задаем такой автоэнкодер, говорим, что у нас там мы переходим из размерности, ну, нашей исходной матрицы в размер 512, потом в размер 256. И обучаем наш автоэнкодер. Что мы хотим? Чтобы он, когда... Так. Вот. Мы хотим, чтобы он, когда съест вектор, он нам вернул такое значение, ну, декодер нам вернул такое значение, которое будет... Декодер седьмой. Sequential Да. Тимоида по вот этой вот паре. Так, давайте посмотрим, что у нас в синвексе лежит, чтобы не запутаться. Синвекс у нас это близости. Так. И он должен быть в квадратной матрице. А, 2178. А, это сим матрица у нас, квадратная матрица. А симвекс у нас это что? А, это мы выдергиваем данные из этой матрицы. Угу. Определенными бачами. Так, все, теперь понятно. Вот, ну и мы обучаем так, чтобы нам этот декодер возвращал большие значения, то есть похожие на эски, для тех векторов,
для которых настоящая S-ка большая. Ну, чтобы у нас вот эта вот вся структура примерно приближала вот эти вот S-ки. А затем, ну, пообучали, классика. А затем мы используем только энкодер без декодера для того, чтобы получать по конкретной вершине какие-то эмбеддинги. Получаем таким образом эмбеддинги для трейна-теста, обучаем логистическую регрессию, ну и получаем вот такой вот результат, который похуже, чем null2vec. Ну, потому что это прям простейший подход, тут без каких-то случайных блужданий, без всего такого. Но это уже лучше, чем наш исходный подход с числословарями. Но в чем плюс здесь? В том, что мы можем использовать метаданные. Попробуем добавить метаданные в логистическую регрессию. Ну, чуть-чуть подросло качество, но все еще не до уровня, как было у null2vec. И, наконец, neighborhood aggregation. Это чуть более сложный метод. Его идея заключается в том, что мы рекуррентно выполняем определенную штуку. Мы начинаем с того, что у нас у каждой вершины есть какой-то вектор с признаками. Можем его как-то случайно инициализировать, можем его инициализировать с помощью метаданных. Но в нашем случае метаданными будут вот та информация о словарях. Затем мы для каждой вершины смотрим на всех соседей, на ее признаки, вот эти вот векторы, и как-то их агрегируем. Ну, например, просто усредняем. Затем мы комбинируем вектор признаков вершины и вектор признаков соседей, можем их конкатенировать, и прогоняем их через какой-то линейный слой с функцией активации. И таким образом получаем какой-то новый вектор признаков для каждой вершины. Ну и затем повторяем вот эти вот шаги, 2, 4, столько, сколько раз мы хотим, но с учетом того, что каждый раз у нас будет разное линейное преобразование. То есть, например, у нас изначально была вершина в серединке 1 минус 1, потом были у нее соседи 0, 1, 0, 5, 2, 2, 5, 3. Мы посчитали, какой-то агрегированный вектор соседей получился 1, 2, ну и это мы усреднили всех соседей. Потом мы конкатенировали текущий вектор нашей исходной вершины и вектор соседей. Ну и как-то его прогнали через обучаемый полносвязный слой с активацией. Получили новый вектор 0502. То же самое сделал для всех остальных вершин. И таким образом получили новую итерацию. То есть то, что мы получаем, это обновленную информацию о каждой вершине на основе ее соседей. На основе информации, вернее, о ее соседях. Реализуем тут это в... Ну, сначала посчитаем здесь adjacency matrix, то есть это матрица, где... Так, я всегда путаюсь, какая из них adjacency, какая из них... По-моему, это матрица, где у нас просто стоят единички на вершине в столбце строке, которые связаны ребрами. Сейчас. Если она квадратная, то я прав. Да, это она. Вот. И создаем вот такой вот модуль Neighborhood Aggregation. В него мы прокидываем матрицу соответствия, как она называлась. Я забыл термин на русском. Adjacency Matrix, в общем. Задаем какую-то размерность наших изначальных векторов. Это то есть те векторы, которыми изначально заданы наши вершины. Это... Сейчас. Это вот эти вот векторы. И затем мы прогоняем какую-то... Ну, задаем слои, через которые мы это будем прогонять, в зависимости от того, сколько мы слоев будем делать. Ну и чтобы получить для метода forward, мы считаем все эмбеддинги соседей с помощью матрицы близости. Ну, тут у нас единички будут только у соседей. И мы таким образом, умножив строку, соответствующую какой-то вершине на вектор эмбеддингов, получим
сумму имбеддингов соседей. Так, да? Да, здесь мы получаем. Ну вот да, кстати, интересно, что здесь мы получаем. Сейчас. JST-матрица, давайте проверим, что я не вру. Аксис 1. Там действительно единички стоят. Нет, бро. Там стоят не единички, а там стоит 1 разделить на k, где k это степень вершин. Вот. Поэтому то, что здесь получается, это не сумма, а это среднее по всем имбеддингам соседних вершин. Потом мы приклеиваем к текущим имбеддингам имбеддинг соседей и прогоняем это через какой-то полносвязный слой и через функцию активации. Ну и повторяем это столько раз, сколько у нас будет слоев. Еще определяем лосс. Ну, лосс здесь у нас просто будет MSE между тем, что нам выдало сигмоида по нашим имбеддингам, и тем, что должно быть в настоящей матрице похожести. Что нам это позволяет? Нам этот метод позволяет использовать метаинформацию в самом методе обучения графов. Если раньше мы метаинформацию приклеивали к уже обученным векторам вершин, уже после того, как мы эти векторы вершин обучили просто на голых графах, то здесь мы эту метаинформацию используем сразу, когда обучаем информацию о вершинах, когда получаем векторы о вершинах. Запустим, обучим такую модельку. Ну, просто, по сути, градиентным спуском. Адамом обычным. Порисуем, как она у нас обучается. Ну, вот здесь, кстати, вопрос, что произошло. Скорее всего, произошел какой-то взрыв градиента, потому что мы никак от него не защищаемся. Ну, в итоге у нас там MSE loss падает. Смотрим, что у нас получается. Делаем имбеддинги точно так же. Строим на этих имбеддингах логистическую регрессию. Смотрим, что у нас получается. Ну, качество похоже на Noctivec. Кажется, что если мы тут, ну, гипотетически, если мы использовали более сложную функцию потерь, там, на случайном блуждании с кросс-энтропией и обучением по окнам, то у нас, возможно, превзошло бы Noctivec. Ну, тут мы этого не стали делать. Можем еще из интереса попробовать вот к этой информации снова приклеить метаинформацию. Хотя здесь мы ее уже использовали при обучении векторов. Может быть, интересно, что будет, если мы ее сконкатенируем. Так, только кажется, что у меня здесь ничего не сохранилось, поэтому это все придется заново сейчас обучать. Давайте я запущу так. Это автоэнкодер. Нам нужен neighborhood aggregation. Вот эта штука. Почему? Не пришло. Где? JSON C matrix. Features. Так, мы создали subjacency matrix, а features откуда берем? Да, почему она падает стала только сейчас? Посмотрим на features, shape. 278, 67, shape. А, потому что мы здесь граф. Потому что здесь граф не навел. Граф нам нужно построить по вот этой вот штуке. Потому что у нас там использовался метод граф. Так. У нас создается граф, у нас создается вот здесь.
Так, он слишком быстро, не надо учить, нам нужно граф создать. Так, граф создали. Теперь. Да, теперь у нас все соответствует. Так, и давайте попробуем тут континуировать к этому. Так, где у нас эти имбеддинги? Train embeds. Тест так, embeds. То есть это у нас будет вектор с метаинформацией. И попробуем уже их запихнуть в регрессию. Так. И посмотрим, какие у нас там метрики будут получаться. Train. Тест. Что-то такое. Да. Так, давайте пока обучается на итерациях. Может, есть какие-то вопросы по вот этому методу, Neighborhood Aggregation? Понятен ли вот этот вот принцип, как мы обучали и как мы здесь использовали метаинформацию? Да, в целом понятно. Супер. Так. Так, на эту штуку может еще долго учиться, поэтому я, наверное, оставлю. Давайте тогда будем потихоньку завершать, потому что в целом на этом все, что я хотел сказать про графовые методы. Наверное, да, подходит к концу. Подскажите, остались ли вопросы в принципе по задачам над графами, по тому, как мы машинное обучение сюда подключаем, потому почему вообще векторы какие-то всплывают, что-то такое концептуальное. В целом нет, все понятно. Супер. Тогда я вас сегодня пораньше отпущу. Наверное, да. Закончу демонстрацию. Спасибо. Тогда хорошего вам дня и всего доброго. Да, вам тоже спасибо. До свидания.